Всем привет! Сделали кун наши Фенг-244. Также данный кун подойдет на скаут Т-22, Т-24, Т-25, Т-220. Ковш шириной у нас 1,30 м. Для опрокидывания ковша сделали дополнительное отверстие. И здесь, и здесь. Значит, пресс-масленки у нас стоят в цилиндрах, то же самое на стреле в цилиндре стоят. И для стрелы сделали отдельные пресс-масленки. Значит, для высоты подъема также сделали дополнительные отверстия для регулировки. Здесь дополнительное отверстие. И здесь у нас идут три отверстия. Но если будем регулировать, тогда нужно будет переставлять упор в другое положение. Далее, крепление выглядит вот таким образом. Распределитель даем трехконтурный. Один контур даем на запас, в случае, если подключить необходимо будет заднюю навеску. Потом здесь даем клапан-замедлитель. Это для того, чтобы стрела отпускалась медленно, плавно. И также даем весь комплект шлангов. Ну, собственно говоря, все.